Вы смотрите новости на Пятом канале. Мы продолжаем выпуск. В Канске увеличился уровень безработицы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 0,2% и составляет 0,9%. В центре занятости на учете стоят 430 человек. В городе наиболее востребованы следующие профессии. Это администраторы, бухгалтеры, водители, врачи, грузчики, инженеры, менеджеры, официанты, пекари, повара и учителя. В районе уровень безработицы еще выше и составляет 1%. Официально работу ищут 142 человека. Работодатели района заявили в центр занятости сведения о 1500 вакансий, наибольшее количество которых заявлено в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, образовании, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, обрабатывающим в производстве. В районе ощущается нехватка ветеринарных врачей, водителей, дойеров, механизаторов, операторов машинного доения, рабочих по уходу за животными и учителей.